Где проклятая девчонка? Ты, Нэп, молод и крепок телом. Как раз то, что нужно. Тут прилетел почтовый голубь. Руя пошла за ним, но я-то ее знаю. Небось, строит глазки мастеру по оружию. Если увижу... Забудь о ней. Мне нужно письмо. Беги к голубиной башне, возьми его. В эти дни для нас важны любые вести. Да, хорошо. Я постараюсь. Голуби сильно шумят. Что их встревожило? Дурной знак. Что случилось с этим углем? Порядок. Кровь свежая. Ограда сломана. Кто-то выпал отсюда. Где тело? Здесь тебе не место. Элий похоронит тебя должным образом. Бедная. Ты не умела делать этот прыжок. Во что ты ввязалась? Звери в людском обличье охотятся на беззащитных. Мы не можем покорно склонять голову перед шакалами. О, боги! Руя! Но как? Ее сбросили с голубиной башни. Письмо. За что ее убили? Это знак Димноса, нашего мастера по оружию. Откуда он здесь? Скоро я все выясню. Руя, бедная. Да примут тебя поля и алу. Димнос, я ищу Рую. У нее был твой знак. А? Ну, одной грязной египтянкой меньше. Забудь о ней. За что ты убил ее? Да я и не собирался. Просто хотел проучить ее за дерзость. Она отказалась читать мне письмо. Признайся во всем Пелию. Тебе хочется разделить судьбу Руи? Глупый египтянин, я могу преподать тебе тот же урок. Ну, давай! То самое письмо. Thank you.
right decision, Грехн. Виновен Димнос? Да. Он убил ее ради убийства. За презрение к жизни других он заплатил своей. Бессмысленная трагедия. Она была умницей и такой доброй. Хватит стенать, тетя! Ты только разозлишь бегемотов или привлечешь бандитов. Неп, ты вроде силен и на вид бесстрашен. Не поможешь крестьянину? Твоего друга убил бегемот. Да, и они убили многих в ярости. Вчера на нас напали разбойники. Они потревожили бегемотов, и те пришли на наши поля. Видно, богам плевать на нас. Пока бегемоты здесь, мы не сможем собрать урожай и упокоить мертвых. Я помогу с погибшими. Занято! Это не Микет. Нет, не он. Я бы помог. Я не смогу справиться. Господин!
Это Микета? Не он. Это сын брата моей жены. Он дурак. Но храбрый. Но дурак. Мой бедный. Спасибо, Неп. Их души обретут покой. О ком скорбит твоя тетя? О защитнике. Храбром и сильным, как ты, он прогнал бы свирепых зверей и убил бы бандитов. Боюсь, теперь никто не сможет нас защитить. Похоже на то, что весь Египет проклят. Где логово бандитов? Тут есть каньон. Я бы отвел тебя, но там слишком опасно. И кто-то должен заняться мертвыми. Конечно. Я дойду сам. Их называют вечно голодные. Да хранят тебя боги. Мой бедный Микетр! Он пропал! Вижу!
задушу тебя! Так просто не сдамся. Освободись. Сейчас я тебя вытащу. Скорее, здесь полно бандитов. Спасибо. Почему ты спас меня? Твоя тетя рассказала о тебе. Я освободил бы любого, а уж тем более защитника своей семьи. Ты ведь Меджай. Мы с тобой из одного братства. Да, мне нужно домой. Бандиты во главе с толстым Гомером готовятся к нападению. Ты дерешься, как лев. Поможешь мне в бою? Вечно голодные убьют всех и каждого. Где наш защитник? За что боги оставили нас? Бежим, бежим, или вечно голодные нас всех перебьют. Фиархеру, ты сомневаешься ему? Get it.
Микетр, думаю, это все. Ты и сам дерешься, как лев. Я многому у тебя научился. Не представляешь, как ты мне помог. Египту нужны такие защитники. Египту нужны такие, как мы. Я сложу песню об этой битве и буду петь ее своей тете. Ха. Энис, серьёзно?